Уважаемые коллеги, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД. Более четверти века мы живем в стабильном, динамично развивающемся государстве, приоритетами которого являются благополучие народа, миролюбивая внешняя политика и национальная безопасность. Сегодня мы трудимся, растим детей под мирным небом, приумножаем достижения нашей страны. 9 августа пройдут выборы президента Республики Беларусь. Это важнейшее общественно-политическое событие станет не только очередной вехой в развитии суверенной страны, но и серьезным экзаменом на прочность всей системы правоохранительных органов. От нас потребуется исключительная организованность, высокая личная дисциплинированность и выдержка. Предстоят значительные психологические и физические нагрузки. Сейчас в интернете и на улицах городов мы наблюдаем активную провокационную деятельность некоторых граждан. С одной стороны, целью искусственного создания информационных вызовов является формирование в обществе негативного отношения к милиции и госорганам в целом. С другой – стремление посеять в сознании самих сотрудников неуверенность и нежелание выполнять долг по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Уважаемые коллеги, не поддавайтесь на провокации, не давайте поводов дискредитировать органы внутренних дел, самих себя и близких. Вам дано право действовать от имени государства, защищать интересы граждан и их жизни. И помните, исполняя служебные обязанности, вы можете рассчитывать на охрану своих прав и законных интересов. Активная позиция Министерства внутренних дел и существующее законодательство позволяют защитить честь и достоинство каждого из вас. И таких примеров уже достаточно. Мы, единый коллектив белорусской милиции, сделаем все, чтобы выборы прошли спокойно и без осложнений.